Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня будем готовить пирожки с чудным названием «Слепила из того, что было». Описание рецепта, как всегда, под видео. У меня есть репчатый лук. Я мелко его порежу и в сковородку жарить. Еще у меня есть несколько шампиньонов. Мелко их порежу и буду обжаривать с луком. Вместо грибов можно взять, например, сладкий перец или морковь. Также подойдет колбаса или сосиски, если остались в холодильнике. В общем, можно смешать и поджарить любые продукты, которые у вас остались. Грибы с луком поджарились и добавляю их в пюре. У меня есть еще небольшой кусочек сыра, натру его на крупной терке и добавлю в начинку. Мелко порежу петрушку, подходит также укроп, кинза или зеленый лук. Добавляю немного черного перца и хорошо перемешиваю. Лаваш нарезаю полосками, так удобнее закручивать начинку. Картофельную начинку кладу на лаваш и заворачиваю, и делаю только один оборот, чтобы тесто было меньше, а начинки больше. Пирожки укладываю срезом вниз на противень, застеленный пергаментом. Теперь яйцо взбиваю с молоком и яичной смесью смазываю пирожки, чтобы они не были сухими и красиво подрумянились. Еще для вкуса добавлю кунжут и семечки подсолнуха. Подходят также семена льна или семечки тыквы. Ставлю запекать в духовку при температуре 180 градусов, минут на 7-10, пока не подрумянятся. Друзья, всего 15-20 минут и пирожки готовы. Подходят все продукты из холодильника. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую бы вы сделали начинку, и я с удовольствием приготовлю по вашему рецепту. Спасибо, что смотрели нас. Делитесь нашими видеорецептами с друзьями. Прошу к столу и приятного вам аппетита!